Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас из аргентинского Челесита. Сюда сегодня после 11-го этапа прибывает караван ралли «Дакар 2018». Ничем не примечательное местечко. Лучшие свои времена этот городишко пережил 200 лет назад. Здесь шла бурная добыча золота. Была даже самая высокогорная в мире канатная дорога, откуда из гор сюда на вагонетках везли эту золотую руду. Но золото закончилось. 200 лет примерно здесь уже ничего не происходит. Спокойно можете посмотреть наш репортаж трехлетней давности. Вот здесь вот, о том, чтобы понять, что это за местечко. Но природное золото иссякло, а борьба за золото «Дакар 2018» в полном разгаре, особенно в грузовой категории. И порой вот эта борьба принимает драматичные обороты, как сегодня. Айрат, тебе сегодня в очередной раз пришлось выступать в роли спасителя, спасателя. Что произошло на 83-м километре? Да, там было такое очень такое плохое место, пересечение русла, три знака, очень большие камни. Вот я едика пересекал, зацепил трансмиссии, карданный вал и раздатка, погнули штанги. Хорошо, что мы ехали прямо за ним, все подъехали, сразу же приняли решение, что... Ну, рихтовать, делать это по времени долго, решили снять свои, отдать ему. Сняли кардан, сняли эти штанги, отдали всю Эдику, собрали его и отпустили вперед. Сами же остались, восстановили все, что там могли восстановить. Поставили этот кардан, который уже был немножко кривой, разбитый, но, в принципе... А можешь показать его сейчас на машине? Где он такой, кривой? А где кривой? Погнутое вот это место, которое ты рукой держишь сейчас, да, туда был удар, мы как могли отрихтовали, и вот эта тяга, которая держит раздатку, их две штуки на раздатке, их обе согнуло, мы же в одну выпрямили, поставили одну, и вот на одной доехали до финиша, в принципе, нормально, выдержало все, вытерпело, доехало. Ну, с Эдиком вы потеряли 40 минут, а потом еще сами постояли чуть-чуть. Да, с Эдиком мы пока... Потому что первоочередное было как можно быстрее отпустить его. Поэтому все накинулись сначала, естественно, на его машину, разбирали на мою и переставляли на его машину. Вот, да, с ним стояли около 40 минут. Сначала мы около 4 минут стояли, колесо с ним меняли на самом старте. Затем вот тут 40 минут с этой поломкой. И потом еще сами около 20, наверное, минут быстренько собрали. Вот, и поехали, в принципе. Дальше уже ехалось нормально. А Генух-то настоящего не видели? Видели. У него что? Ну, у него, я сложно там сказать, там тоже непростое место, в песке. Был такой утык вниз, спуск такой резкий вниз с поворотом, и утык очень жесткий. Я так подумал, что, потому что мы там тоже ткнулись довольно-таки сильно. Я думаю, он тоже туда стукнулся и что-то тоже повредил. Он стоял, в принципе, ничего не делал, там что-то под машиной спереди они лазили. Но я так понимал, что он что-то тоже ждал, наверное, кого-то сзади, там, кто стартовал, скорее всего, Артур. Ну да, Артур стартовал сегодня позже, поэтому, видимо, Генухтон потерял уже 2 часа с лишним. Ну да, он на финише потерял по отношению к лидеру, там 2 часа 2 минуты, поэтому стоять ему долго пришлось. Ну, триал в камнях закончился вот этой погнутой. Вот этим погнутым кронштейном, вы можете себе представить, он был прямым, сейчас кривой. Он видал? Дыра какая. Вот такой здоровенный сук воткнулся. Но сегодня в начале и в конце спецучастка были такие песчаные очень дороги, извилистые и с большим количеством сухих веток, сухих деревьев. Вот особенно в начале я такого раньше не видел, это целое какое-то вымершее поле деревьев, вот, очень длинное. Но ваши заключения начались именно с прокола шины, да, я так понимаю? Да, как раз вот в самом начале, вот именно в этом поле вымершем, пробили колесо. Вот. Ну и дальше на 80-м, по-моему, на 83-м вот, задели в каменистом триале, пересекая русло, камень, ну, буквально чуть-чуть раздатка его задели. Вот тут миллиметров 30 не хватило, и он был вкопан, ну, не вкопан, а торчал просто из земли, это, видимо, огромный валун.
Вот, и потянул за собой раздатку назад, естественно, масса автомобиля большая, хоть и скорость маленькая. Вот, и миллиметров на 50 у нас раздатка ушла, вытянулся кардан, подвесной вытянуло. Ну, естественно, вибрация, вот 40 минут потеряли. Хорошо подъехал Айрат, вот, использовали его машину как донора. Вот, спасибо им большое, выручили нас. Вот, поехали дальше. Дальше уже ехали без приключений. Ну, за 6 километров до финиша тоже вот на сухих ветках тоже напоролись, к сожалению. Пробили колесо, не справлялась подкачка, пришлось менять. Вот, в принципе, колеса меняли быстро. Первое колесо мы поменяли за 6 минут, второе за 7. Достаточно быстро. Ну, у вас колоссальный груз ответственности. Какой микроклимат в экипаже? Как чувствует себя пилот и прочие члены экипажа? Микроклимат, да, рабочее настроение, не сдаемся. Ну, вот, понятно, что сегодняшний спецучасток порадовать нас никак не может, но не отчаиваемся. Вот, нашел на спецучастке вулканическое стекло, специально, Эрик, для тебя взял. Смотри, красотища. Редкость большая. Спасибо тебе, Жень, огромное. Очень приятно. Ладно. Давай, спасибо. Слушай, по-моему, от кинескопа телевизора рекорд стекляшка. Спасибо, Жень, большое. Hola, Федерико. Привет, Федерико. Как был сегодняшний день? Поздравляю тебя с победой на этапе. Сегодня было очень тяжело, тяжелый участок, много навигации. Но это интересное место. Мы потеряли время на проколе колеса, где-то 13 минут. Но в любом случае спецучасток был очень интересный. Я старался, чтобы все прошло нормально. Сейчас мы лидируем, это для нас очень важно. И я очень счастлив. Только один прокол. И 13 минут. Да, 13 минут. Я, к сожалению, не очень привык менять грузовые колеса. Что случилось с Гиннуктоном? Он стоял около 2 часов. Он имел проблемы с усилителем руля. Что-то сломало это. Но они исправили и уже скоро приедут. А что насчет 15 минут штрафа? Что-нибудь знаешь об этом? Это было вчера. Мы сломали некоторые части подвески, и они дали мне штраф за это. Были порваны ремни, ограничение хода подвески. Дим, ну, сегодня очень хороший темп взял. Правда, уже после того, как случилась небольшая заминка у тебя, с чем она была связана? Ну, сегодня в начале сам было очень такой... Очень пыльно, очень много фэш-фэш, и не везде можно было увидеть и камни, и деревья, или ветки, что такое. Мы неожиданно для себя зацепили колесо сначала, ехали на подкачке, и внезапно в русле у нас пропало сцепление, педаль перестала нажиматься, и мы остановились. И пока меняли колесо, подъехал Антон Шибалов, и начали разбираться с сцеплением. Ну, не совсем было понятно, но в итоге замена ПГУ, самого пневмогидроусилителя сцепления, помогла, и... Пока мы установили, пока прокачали и потеряли все вместе где-то 35, может быть, 40 минут. Поэтому потом ехали, старались уже быть аккуратными, но и нигде уже не, чтобы не без колес и без поломок. Вы были аккуратными и быстрыми, в итоге третий, еще отыграли чуть-чуть вот это отставание к финишу. Ну да, сегодня непростой день, и чувствую, что сегодня можно что-то отыграть, и потому что все грузовики, которые я пропустил, я все в этой группе, я догнал, и на нейтрализации уже всех видел. Мы, то есть, вся группа, которая стартовала уже во второй части после, так сказать, лидирующей группы, которая ушла раньше на 2 часа вперед, то есть мы обогнали всех, и я понимал, что сегодня, может быть, что-то еще и отыграли. Ну вот на финише оказалось, что третий. Ну, я сам удивлен, конечно, потому что простояли, потеряли много, и не все получилось. В первых дюнах были высокие заезды песчаные, не получалось заехать. Не совсем мотор как-то так работал правильно, поэтому какие-то потери мощности были, и не совсем понятно, так с трудом заехали, но потом вроде бы все стало хорошо, и мы уже, как вы видите, нормальный темп взяли и до финиша старались его держать. Ну вот такая картина дня сегодня. К сожалению, до сих пор нет финиша у Антона Шибалова, хотя мы видим, что он уже был на
финиша спецучастка, но по времени его нет ни в генеральной классификации, ни в классификации этапа. Возможно, проблема в том, что, по слухам, его сняли с гонки за то, что, вы помните вчерашнюю ситуацию, его машина загорелась, но все-таки, потушив пожар, он вышел на второй спецучасток, стартовал, несколько точек взял, финишировал. Формально он закончил вчерашний этап, но судьи посчитали, правда, мы еще ждем окончательного решения, судьи посчитали, что вот эти невзятые точки на втором спецучастке вчерашнего дня являются достаточной причиной, чтобы снять экипаж Шибалова с гонки. Это будет обидно, честно говоря, не совсем это будет понятно, почему такое решение, потому что на места в топе он уже не претендует. Вот. Но давайте не будем торопиться с выводами. Чтобы закончить сегодняшнее видео и успеть отправить его на родину, мы на этом остановимся и будем ждать решения судей. Оно будет попозже. И с комментариями вернемся уже в завтрашнем видеосюжете.